Gelinde senin birbirine çeki olmadı. Çekti mi tüket olmadı. Adam gelişip bir çekilen, zakonu bir çekilen. Kara şey tüket olmadı. Şu, adam şunu maç çekti. Сейчас выезжали врачи, которые констатировали, то, что у легких месяцев давление поднялось. Я тоже сердечник, я вам показывал, что я тоже недавно был в больнице. Сейчас приезжал именно тот врач, который меня вложил в реанимацию. Я сейчас сам вышел из своей лекарства. Потом, если это так будет продолжаться, если же вот здесь что-то случится, кто будет за это нести ответственность? Поэтому, Ваша честь, если мы будем придерживаться распорядку рабочего дня, то это завтра уже закончится. Других доводов, других вещей нету, чтобы мы могли еще дальше. Это не в наших интересах, вы правильно поймите. Мы это все делаем для того, чтобы мы хотим раскрыть саму причину. То, что мы конечно, не виноват. И поэтому мы не тянем. Просто мы все это раскрыли. Но есть предел тому, что мы можем. На сегодняшний день каждый, мы расположены на 8 часов. А мы, вы заставляете заниматься то, что мы... Юрий Чукеша действительно давление поднялось. Непосредственно я разговаривал с врачом. У меня поднялось давление. Я тоже, я после операции, вы знаете. Поэтому, Ваша честь, я полностью поддерживаю. Прошу отложить. Ничего страшного, завтра закончим. Я вам просто объясню, да? Аритмия, Это очень страшно. Вот тут тоже у всех Ваша честь. Я извиняюсь. Ваша честь, я сердечник, я вам объясняю, что с таким видом болезни, не то что 30, 15 хватает. Нельзя так. Вы просто... Вот мы специально пригласили вас в Юрию. Біз болсаң, ұшын спор деді әрі, әртек күндері бар, әртек сөйледі. Мен де тәрінен көтті. Основание, хотя бы на норму статьи нам скажите, по такой-то статье я имею право проводить до 22:00 ночи. Скажите. Я вам конкретно сказал. Это не норма, это не так. Вы тоже юристы, Вас остановил, продолжу судебное разбирательство. Хорошо. Не нарушайте, пожалуйста. Хорошо, вы остановили. Я теперь вам еще одно объясняю. 17:30. Суд постановляет в связи с... Хорошо. Спасибо. Спасибо, я понял. Протокольно отправлять. Вы хотели этого давно. Вы это давно хотели. Я вам еще говорю, что вы хотели. Второе, выносите второе.
Александрович. Что вы меня частным определением все пугаете и пугаете? Нет. Я вам говорю, не нарушайте, ваша честь, не нарушайте трудовой кодекс. Вы нарушаете наши права. Не препятствуйте права. Я не препятствую вашим. Вас здесь никто не препятствует. Хотите арестовать меня? Арестовывайте меня. За препятствие суду? Что я препятствую? Где я препятствую? Скажите, пожалуйста. За дальнейшим судебным судебное заседание, распорядок рабочего дня 17.30. Да. Где? Покажите. Дайте мне это постановление, я завтра ваше постановление тоже буду обжаловать. Постановление. Сейчас в письменном виде. Дайте нам в письменном виде, сейчас мы постановление. Ваша честь, это нельзя так делать. Во-первых, нарушаются все нормы этического поведения. Также в уголовно-процессуальном кодексе нет ни одной нормы, по которой вы можете продолжать судебное заседание после окончания рабочего дня. Рабочий день закончится. Я вам еще раз говорю, что мы нормы трудового кодекса не... Как мы не можем пользоваться? Вы логически, вы сами логики включите, пожалуйста. Пожалуйста, вы включите. Пожалуйста, ну а там вы месяц. Я вам еще раз говорю, если вы получаете заработную плату, заработная плата исходит из трудового кодекса. Тогда мы все работаем по трудовому кодексу. То в тот сон сбывал, он отсох. Через всю легет квартал. Уже частное определение ведут. Мен был частное определение. Жен дал турбайм. Месяц ведем, он убирает вот так. Обжалуют. Брок судебный процесс, из юридизма, укумус джока. Джок, мен дал турбайм. Уважаемый суд, я просто хочу вам сказать, что вот статья 6 трудового кодекса. Здесь закон о химических нормативных правовых актах соответствует норме трудового права. Мы же здесь за работу плату работаем, правильно, трудились. Так вот, здесь конкретно Я вам еще раз разъясняю. Судебное разбирательство проводится по нормам уголовного процессуального кодекса. Если в уголовном процессуальном кодексе не прописаны нормы трудового права, они не применяются. Сейчас, один момент. Дай, пожалуйста, зачитать. Вот настоящий кодекс. Закон и иные нормативные правовые акты содержат норму трудового права. Не распространяется на следующий вид. Военнослужащих при исполнении обязанных военнослужбы, лиц из числа рядового и офицерского состава, органов внутренних дел, уголовной исполнительной системы. Вы сами говорите, на что ссылаться, я вам ссылаюсь. А за его суббота воскресенье? Вы не имеете права вести уже. Суббота воскресенье, Майран Мундер, открывайся, пожалуйста. Вы не имеете права вести, сейчас вести дальше. Не препятствуйте. Вы не препятствуете. Вы знал потреблять свои права. Я слово предоставляю, что пожалуйста. Суббота, воскресенье, открылась. Суббота, воскресенье, открылась. А ты не имеешь кодекса, я стал уже платить. А с ним мы кодекса, нормально, открылась. Хорошо. Все. Судебное разбирательство проводится. Я вам еще раз говорю. Отложение проводится в двух случаях. Если не ясно лиц и если заявлено ходатайство. А рабочий день? Куда рабочий день? Обязательно применение на всей территории Донецкой Республики трудовой кодекс. Почему вы должны это делать? Ваша честь, я не могу сейчас так определить.
Спасибо, Рахма. Что вы мне сейчас могу сделать? Ваша честь, вы нарушаете нашего. Тогда давайте это, господин омбудсмен, вот он сидит, господин омбудсмен. Это может приравниваться к пытке? Потому что это идет, полная пытка идет. Потому что это беспредельно идет. Это беспредел, это судебный произвол идет. Потому что мы не можем работать в таких условиях. Почему вы, как омбудсмен, не можете отреагировать на это? Да, я вас слушаю. Второй час возьми. Спасибо, я второй возьму. Мне это не пугайте, час на суде. Я не боюсь этого человека. Надо будет, я вам это лицензию подарю. Второе частное определение, за несоблюдение порядка судебного. 18.00. Я не злоупотребляю, ваша честь, после 18.00 вы не можете после 18.00. После 18.00 вы не можете рассматривать вашу честь. Вы не можете рассматривать после Мен билем ана. Бирок мен атайын келдим да ушул бир оозсуз. Ушул дагы сиз процесстен чыккандан кийин. Ушул калыстык карап койсоң сатчы болот. Мыйзам чендири карап койсоң ушул болот. Жакшы атын дене боюнча да байтак сонун боюнча. Урмат судья. Бериң. А чё вы чё бугуретесь? Рабочий день, закончился. Чё, у нас 37-й год, что ли? Эмнелин режим отдал. У нас что, 37-й год? Это что, Ежовский суд, что ли, вот такой вот? Концета как всё. Эмне, у вас какая-то норма есть? Эмне, Сейсбаев, Мэри Джолдубаева, висят над головой у вас, да, вот так вот? Пожалуйста, покинь, пожалуйста. Покину, когда я захочу покинуть. Вы не можете, это экс-президент. Она не прикосновенна. Что за ежовщина такая здесь развелась? Она не прикосновенна. Она не прикосновенна. Она не прикосновенна. Она не прикосновенна, но в отношении нее никаких мер административного характера. Вот это не прикосновенно. Да что? Это не мера административного характера. Попробуйте еще принять административные меры. Нет, нет, мы в отношении вас не принимаем. Пожалуйста. Он Ахмат уже вода. Ежовский режим здесь развел. Вот судья, бір минут болды ма? Чтобы он неге негіздері отады, ушаны айтпайсы он жақсы болды. Қайсы болды ма? Өзелемен жүрін ғана келдім деп. Ой, слушай, не мучи людей. Не мучи людей. Эй, сотта не мучи, нам қажетіп тұрсын. Жөнішті. Эмне айны бар? Эки-үч күндө эле кайтып ушу айнымаң кармап калат. Элдин баарын изи отурасың. Могу солдаттардын баарын изи отурасың. Эки-үч күндө эле кайтып алам. Баш ооруп. Чыгып тейтакта телефондон буйруктарды алып кайта келип атасың да? Урматтуу судья, калыстык кылып койсоңуз бир аз. Могу кайсы норма ошону айтып коюңузчу, биз ошону менен эс алып отуруп калалы ушу анан улантам. Буга чейин карайбыз, кандай чыгабы? Мен барып, мен тұрып жатам. Мен барып, 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 мен
Yok, ben sot prosesine kaçıp koyduğum kolları kaçıp ayırmam. Kaçıp ayırmam. Kaçıp ayırmam.